основные параметры землетрясения, которое произошло сегодня утром. Значит, что я добавлю? Ну, всех интересует, конечно, почему произошла такая задержка с подачи. Объясняю. Если вы посмотрите на карту, то эпицентр землетрясения находился на территории другого государства. У нас на территории Иркутской области всего 8 сейсмостанций, и они расположены односторонне. Поэтому автоматическая обработка не сработала. Вот. И если мы землетрясения, которые произошли на Байкале, подавали за 12-14 минут, то вот здесь пришлось работать ручная обработка. Оператор у нас один, ночью дежурит, да и днем тоже. Для убыстрения, конечно, вот таких случаев, но это надо, может быть, расположить еще несколько сейсмостанций, район, может быть, здесь на платформе. Тогда мы сможем быстрее подавать. Ну а так хотелось бы сказать, что в 1950 году, 5 апреля, произошло Мондинское землетрясение с магнитудой 7, которое также в Иркутске ощущалось 5 баллов. Вот. Были только легкие трещины, небольшие в каменных домах. Ну, и на территории Иркутской области сотрясений более 5 баллов по нашей информации не было. Значит, ну добавлю еще, что у нас Тулун также 4 балла. И Братск сейчас уже тоже там беспокоит, 4 балла по сообщениям. Ну а так землетрясение затронуло смежные районы, ощущалось Красноярске 3-4 балла, Чите 3 балла. Ну и наиболее сильно, конечно, это Монды. Там печные трубы, печки получили повреждения. Ну и хотелось бы... Монды – это граница. Вот, все, заканчивается. Ну и вот хотелось бы в заключение отметить, что очень правильно Игорь Иванович сказал, что не только надо информировать о том, что произошло в сейсмособытии. Но напоминать была памятка, как вести себя землетрясение вместе с МЧС, разработали мы и всю земной коры МЧС. Вот это может быть памятку рассылать тоже людям. А еще хотел бы сказать, что я, когда выезжал сюда, я посмотрел ну, более 6 таких значимых автошоков. А мелких более 2 десятка, там десятки. То есть процесс затухает, и более сильного события, ну, с большой вероятностью ожидать в ближайшее время. Коллеги, тогда я что?